Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас очередное новостное видео на моем смартфоне Redmi Note 10 Pro. Хотел вам показать свеженькое обновление, которое вышло буквально недавно. Но если вы будете проверять его вот таким вот образом по телефоне, проверка обновлений, вы его не получите. На данный момент смартфон работает на MIUI 12.5, а именно версия 12.5.4 на 11 Android. Итак, показываю, друзья, пошагово, как все это обновление установить. Итак, скачиваем приложение, называется оно Xiaomi MIUI Downloader. Вот она его иконочка. Скачиваем его из Play Market, входим в него. Входим, находим сразу же, друзья, вот тут во вкладочку Download MIUI, находим сразу же Redmi Note 10 Pro. Называется он Suite. Почему Suite? Потому что это версия для глобального рынка. Вот это название, конкретно Suite. Кликаем по этому Suite. То есть это кодовое название самого смартфона непосредственно. Теперь, друзья, выбираем Stable ROM, поскольку у нас MIUI 12 5 идет версия. Stable ROM — это прошивка Xiaomi ROM, Daily ROM, но собственно нам нужно Stable ROM. Входим, и что мы видим, друзья? Выбираем свою версию. У меня глобальная, для жителей России у нас идет России и Казахстана версия вот эта вот 12.5.2 последняя. Если у вас европейская версия смартфона, то идет здесь непосредственно уже вот это вот EEA, собственно, 12.5.3. Индонезийская версия смартфона, выбираем это, турецкая, тайваньская, соответственно. Я выбираю Global. Как вы можете видеть, друзья, здесь уже есть 12.5.6 версия. Проходим далее, нажимаем Download, продолжить, продолжить. Сейчас нас переведет на страницу закачек, по идее, должно перевести. У меня стоит регион Сингапур, я здесь выбрал, но тем не менее, как вы можете видеть, закачки особо часто не приходят. Пока что, друзья. И вот, собственно, качает, как вы можете видеть, MIUI Suite Global 12.5.6 версия. Весит она аж 2,82 гигабайта, почти 3 гигабайта, друзья. После того, как скачается и установится, мы вернемся снова. Так, друзья, ну вот и скачалось наше обновление на смартфон Redmi Note 10 Pro, а именно обновление версии MIUI 12.5.6. Весит оно 3,03 гигабайта. Далее, друзья, как его поставить? Скачалось оно у вас в папку Download. Теперь делаем все пошагово, друзья. Входим в настройки, о телефоне, версия MIUI. Несколько раз клацаем по самой MIUI. Дополнительные возможности включены под циферки 12. Потом нажимаем на три точки. Выбрать файл прошивки. Тут принять и продолжить. Разрешить. Входим в папку Download. Выбираем. Ставим, вернее, галочку или точечку напротив вашего обновления. И нажимаем ОК. Все, теперь прошивка скачается. И, собственно, установится. Телефон попросит перезагрузиться. Перезагружаемся и работаем с новой прошивочкой. Какой список изменений, кстати, друзья? Но это по старой версии. Вот, как вы можете видеть, прошивочка уже проверилась. И перезагружаем смартфон. Как только перезагрузится, посмотрим список изменений. Наконец-то и установилось обновление на мой смартфон Redmi Note 10 Pro. Друзья, давайте посмотрим. Входим в настройки. Как вы можете видеть, версия MIUI 12.5.6. Входим, проверяем, что же изменилось. Проверка обновлений. Естественно, никаких обновлений не будет. Это стабильная версия 12.5.6. Список изменений проверяем. Ну, а список изменений, друзья, здесь невелик. Оптимизация обновления системы безопасности Android из-за июля 2021 года. Улучшена безопасность системы. Ну, собственно, компания Xiaomi решила просто прокачать патчи безопасности на смартфоне Redmi Note 10, конкретно в обновлении 12.5.6. Хочу вам сказать, друзья, что я рекомендую все-таки устанавливать
непосредственно обновы из вот этого приложения. Почему? Во-первых, потому что пользуюсь им сам и очень, собственно, рад и счастлив от этого. Потому что обновы всегда свежие прилетают. Ну, вот как-то так оно выглядит, если его брать по Google Play Market. Собственно, как-то так. Свежие обновы всегда, свежие изменения, стабильные. Те обновления, опять же, которые вы не получите, если вы будете просто изначально пробовать обновиться вот таким вот образом, собственно, проверить обновление. Если бы я не обновился сейчас, то есть 12.5.4 у меня бы так и осталось. Но свежие патчи безопасности — это всегда, друзья, лайк. Кстати, лайк этому видео и подписочка на канал с вас. Ну а с вами был канал Технобар Плюс. Как всегда, всем хорошего, удачного, плодотворного дня. Берегите себя и родных. Всех обнял.